Всем привет, с вами iVideos, и сегодня мы вам представляем личное интервью с актером сериала «Ходячие мертвецы» Майклом Пудлице. Майкл ответил на вопросы наших подписчиков, и давайте посмотрим, как это было. Пожалуйста, разрешаете ли вы своим детям смотреть мультфильмы? Yes, my kids are 19 years old. It doesn't matter what I allow them to do. Вы знаете, да, моим детям 19 лет обоим, и даже если я что-то там им не разрешаю, все равно. А первый сезон, когда вышел, можно было? Можно было первый сезон. They started work watching probably the year before I got out, so third season they went back, so that would have been them what. Наверное, они начали смотреть еще третий сезон, то есть еще до того, как я появился на экране, поэтому вот так вот случилось. Хорошо. Читали ли вы комиксы по сериалу? You read the comic book? Yes, I'm not all caught up, but I have read up to about volume 1. Да, я где-то до 112 выпуска прочитал. Ваш персонаж нарисован вам нравится? Like the way your character is depicted. Yeah, it's interesting the difference between the comic and the TV show. I find it very interesting how they diverge and come back towards each other. Obviously, there are characters that are still alive in the TV show that have since died. Comic and vice versa, and I love to see how they're telling the stories with the difference of character makeups. Знаете, да, на самом деле мне нравятся мои герои. Просто комиксы бывают разные. У кого-то в жизни лучше выглядит все, чем в кино, у кого-то наоборот в книге лучше. Поэтому это всегда интересно посмотреть. Поэтому, ну, мне нравится. I love Abraham. I love that he goes after what he wants. I love that he goes through things instead of around them. I sometimes wish he would take a little bit less time and use a little bit fewer words in describing what he wants to do, although I love listening to him talk. Мне нравятся его черты следующие. Он делает, что хочет, ходит, где хочет, идет напролом, не идет в обход. Но что мне не нравится, возможно, слишком много говорит иногда, то есть поменьше слов. Но в целом мне способ, вернее, его так, то, что он говорит, и как он говорит, мне тоже нравится. Были ли у вас трудности в актерской профессии, когда вы начинали? Were you afraid of something? Were you in doubt about something? I think everyone as an actor, you're in doubt all the time about everything. Ну, актеры, вы понимаете, такие люди, что они всегда во всем сомневаются. Любой актер. А если бы не актер, то ну профессию не фундаментальный job. That would be a construction of being a force. Я был бы строителем, занимался бы резьбой по дереву или что-то ремеслом, связанным с древесиной. Спасибо. Как-то ваша роль как-то повлияла на вашу жизнь, характер? Your role impact your life. Probably, but I won't know really how till I'm much further away from this whole experience.
once it does come to an end, then I have moved from it. Then you can look back at something. I don't think when you're in the middle of something, you can really describe how it's affecting you. Знаете, сложно сказать. Наверное, повлияло, но как, пока не могу ответить, потому что когда ты находишься в центре событий, на полдороге это всегда непросто. Когда все это подойдет к концу, наверное, я оглянусь назад и скажу, как это было, то есть что я обрел нового, как это все на меня отразилось. У вас очень большая фильмография. Вам, кроме «Ходячих», понравилось еще больше игры. Ваш любимый фильм «Барри Сад». Фильм или ТВ? Телесериал или кино? Без разницы. No difference. My favorite, other than the one that would be either Band of Brothers or Southland. Или Банда Братьев, да, Band of Brothers, или Southland. Так, что бы вы сделали первым делом, узнав, что начался зомби-апокалипсис? If zombie apocalypse starts, what would you do first? Run. Я побегу. Хотели бы вы когда-нибудь сыграть роль зомби в сериале? In another TV series? Oh, to play a zombie role in a TV series? No, zombies don't interact. They just vanish. Нет, вы знаете, зомби ведь они не интерактивные герои, да, они просто убивают людей, да, то есть у них одна дорога. Скажите, а есть возможность, что вы появитесь в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов»? «Бойтесь ходячих мертвецов»? Да, спин-офф. Is there any chance that you will play in the spin-off? Ну или вообще кто-то из актеров, то, чтобы пересекутся они. I have no idea. Right now they're not concurrent timelines. There are different time periods, but we mess with time all the time. We go back in time, we go forward in time. It could very easily shift. So I don't know. Не могу сказать сейчас, потому что время разнесено, идет что-то параллельно, что-то. Мы опять к чему-то возвращаемся обратно. Вот сейчас сложно сказать ответ на этот вопрос. But my instinct is no. Но подсознательно скорее нет. Спасибо большое. Thank you very much indeed. Thank you. Okay, let's take a break, everyone. 10 minutes. Okay. If you want to breathe some fresh air outside.